14 мая впервые в Центре детского творчества прошел открытый фестиваль-конкурс патриотической песни «Летят журавли». Он был запланирован еще в прошлом году, но из-за пандемии был перенесен. 21 общеобразовательное учреждение из нашего округа и других городов приняли участие. Более 170 ребят в этот день показали свои номера. Каждый подошел со всей ответственностью к выбору песни. Мне кажется, что у меня достаточно хорошо получается раскрыть в этой песне свои певческие навыки. У меня вообще любимый певец Иосиф Кобзон. Он исполнял тут уже песню, я прониклась этой песней. Мне очень понравилось. Поэтому я выбрала ее. Фестиваль был разделен на два отделения. Первое – вокальное произведение соло. И второе – музыкальная композиция и вокальное произведение ансамбль. В конце каждого отделения участники вместе пели «День Победы». Во всяких конкурсах задыхался, не помнил слова. А в этот раз все хорошо получилось? Да. Ты собой доволен? Вы знаете, замечательные ребята пели. Я почти всем ставила самые высокие баллы, потому что, как можно поставить поменьше? Но если ребенок замечательно поет, голосок еще маловат, еще немножечко ручка не так машет. Вот мальчик пел «Синий платочек», ведь как замечательно пел, как артист. А журавли тронули вообще просто за душу. Роль песни в патриотическом воспитании детей особенно важна, ведь это самый доступный и понятный всем поколениям язык. Именно благодаря военным песням люди всегда будут помнить подвиг героев. Это очень здорово, понимаете, что наши дети такие маленькие, такие современные, а им хочется петь песни. Там по Берлину шли казаки, или итальяночка, или смуглянка, просто удивительно. Значит, не пропадет наш скорбный труд, так хочется сказать. Все, что мы делаем о патриотическом воспитании детей, оно необходимо, просто необходимо. И в нашей стране, и в любой стране. И, наверное, на этой базе растет современный человек. Любой человек растет именно на своем прошлом, на своих корнях, на своей истории. А песня всегда помогает. Побывали на фестивале Мария Лихобабенко, Александр Девкин и Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.